Петр Васильевич. Новый год скоро. А помещения все нет. Куда пацанам деваться? Петренко уже хлопотал. Подождите немного. Районная администрация обещала помочь. Ага. Все обещают. Только никто ничего не делает. И вы тоже. Что мы? Вы. Вон, дурью занимаетесь. Эмблемки, машинки. Вы на убийц моего Женьки вышли? Петр Васильевич, вы же знаете. Исполнитель погиб. Чтобы выйти на заказчика, нужны улики. Следствие идет, дайте время. А? Да что ж вы за органы такие? Все все знают, а вам улики нужны. Женьку ни за что, ни про что жизни лишили. А вы же знаете кто, а? А вам улики подавай. Вы так ничего и не поняли. Вы лучше по себе, как воспитатели, задумались. Не пошли бы Анохин и Страченко портить машину, не оказались бы замешаны в этой истории. Они наверняка бы не пошли, если бы не ваши зажигательные речи. А я с себя вины не снимаю. И за все отвечу. Можете не сомневаться. А что ж такого говорил? А? Вора назвал вором? А что, это не так? Да таких денег честным трудом за всю жизнь не заработаешь. Варьё, оно есть варьё. Но это не значит, что можно нарушать закон. Закон? Какой закон? Я вам говорю, детям деваться некуда. Детского спорта нет, кружков нет. А если есть, то крохи, за все плати. Народ еле-еле концы с концами сводит. Чего? А ваши мазари, хозяева, на мерседесах разъезжают. И для них все. Казино, рестораны, игровые автоматы на каждом шагу. А детям подвалы, чердаки, да наркота. Вот и весь ваш закон.